Дорогие наши друзья, мы приветствуем всех вас на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы покажем вам наши будни. Этот влог будет состоять из нескольких дней. Мы покажем вам, как у нас проходит утро, как проходит день, как мы забираем деток из школы. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и покажем вам наши веселые горки. Оставайтесь с нами. Ангелиночка завтракает, хлеб с паштетом. А Дженнифер что делает? Ты что делаешь? Покажи, какую они сделали вот это. Это кто, Джинелл сделал? Да, вау, красиво. А, ну это взрослые девочки. Покажи. О, это нужно погладить, да, уже готовое. Красиво ты сделала. Мне нравится это, что здесь дырка. Среди. Да, вижу. Ага. Молодец, красиво. Наши дети собираются. Кто в школу, кто на работу. Аленочка, ты на работу идешь? Да. Девчонки уезжают, они уже начали работать. Ну, кафе еще не открыто, они просто там готовят все, тортики делают. Уже готовят, когда придут покупатели. Красивый какой восход. Смотри, солнце как над домом стоит, красиво. Дженнифер отчесалась, у нее как лев маленький. Как маленький лев. О, как она? Опс! Она кладет всем в ланч конфетки. Сейчас мы будем заплетаться. Если кто хочет в Сибирь съездить, пожалуйста, добро пожаловать. У нас здесь Сибирь и все, что хотите. О, сейчас снежку подсыпало, а в школу детишек надо будет везти. Я Лидочке хочу помочь, и дороги очень скользкие, все. А Вова перед школой помогает, уже там все убирает. Вот, так что сейчас приеду со школы и тоже надо весь драйвей штуковины. Хорошо, что ее купили, а то руками и там ты что, невозможно. Такие все стоят. Ну, готовы в школу? Да! Ну, что-то у вас такой голос, как будто вы уже как-то сюда тянется. На волну с ним. Отвез детей в школу. Сегодня у него трак еще на ремонте, и он тут взял Вовину эстафету, перенял. Теперь он ходит, чистит. Мы очень рады, что мы купили эту машинку. Доброе утро, Нелечка. Нелечка, мы с ней вдвоем теперь дома. Девочки на работе, дети в школе. Что ж ты будешь делать сегодня? Школу? Отдыхать? В тишине? Хотела просто показать вам, что и в этом доме на новом месте у нас уже повадились белки ходить, бегать сюда. Разведали они Вовину кормушку. Как-нибудь я вам потом засниму, как они тут проказничают.
Приехала мамулечка навестить нас. Они здесь живут не так далеко. А как раз я дома, пока трак ремонтируется. Вот мы с ней сидим, жизнь вспоминаем. Да, мамулечка? Да. Как мы с тобой пели, не тоскуй ты, душа дорогая. Да. Мамулечка хорошая у нас. Да. Она, о! Привезла всех детей! Привет! Спасибо. Покажи. Вау, Ангелина, 100%. О, hi, Janelle. А где Дженнифер? Привет, Вова. А где наша маленькая ученица? А где Дженнифер? Дженни, привет! Маленькая ученица. Как тебе школа? Что-то собирает, там собирает. Что, просыпала что-то? Давай маме сумку, давай я понесу. Давай, а что ты кушаешь? Что это? А? Конфетку. Конфетку? Ну ты ланч, покажи свой ланчбакс. Ну, вот этот, красивый ланч свой. Покажи, ланчбакс. Красивый. It's okay, оставь свет на гараже. Он сейчас выключится. Пойдем. It's okay, все хорошо. Осторожно. Ready, set, go. Дженни голодненькая со школы пришла. Теперь она кушает. Рыбку жарененькую. Она по маме соскучилась в школе, такая мамина бебечка. Да? Маргарита, куда мы сейчас едем? Мы сейчас едем кататься? Кататься на горке. Ты была на той горке уже? Да. Окей, ну поехали. Все уже в машине сидят. Эта горка находится недалеко от нас, около школы. Тут ехать минут 7-10. Вот мы взяли санки и поехали на эту горку. Все, мы уже приехали на горку. Все берут свои санки. И мы идем. Дженни, бери санки. Викочка приехала еще на машине, что если вдруг нужно кому-то уехать... Дженни, иди к маме. Иди сюда. У Вовы есть экстра санки. И вон еще. Все, побежали, уже поехали все. Это наша школа общеобразовательная здесь. Поэтому здесь совсем недалеко. Вон уже полетели. Да, та лыжня была, на той нельзя. Давай, 3-2-1. Я сейчас с тобой поеду, не бойся. Look at me, I'm gonna wipe out, mom. Алена понеслась. Дженни, держись! Дженни, ложись! Вон там лыжники едут. Thank you.
А сейчас мы объявляем победителя конкурса лайков, которым стал Даниил Скачко. Его лайк был под номером 119. Спасибо вам большое за лайк, мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию и несколько наклеек от нашей семьи. Всем очень нравится здесь, теперь самое сложное — это забрать детей с горки. Потому что никто не хочет ехать домой. А уже накатались, и у многих уже замерзли руки, поэтому я уже взяла тоже несколько пар перчаток, чтобы на всякий случай. Вот, сейчас мы поедем уже домой. Спасибо всем большое, кто смотрел наше видео. Мы надеемся, что вам понравилось наше такое веселье на снегу. Приходите к нам еще, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Все, всего хорошего, пока. Желаем вам тоже очень красивой, веселой зимы. Я люблю его все сердце, он опять хранит тепло. Знаю, после жизни этой он возьмет меня домой. Он возьмет меня домой. Дженни, что ты пишешь здесь? Во сколько тебя в школу будить? Mm-hmm. И во сколько? Seven twenty. Ага, в 7:20 разбудит Дженнифер школу, Джинелл в 7:25 и Кэти в 7:15. Ага, ну все, спокойной ночи тогда, Дженни. Спокойной ночи. Иди ложись скорее спать уже. Скажи всем спокойной ночи. Всем спокойной ночи.